15 мая в Бакинском славянском университете прошел региональный семинар на тему «Диалог цивилизации и межкультурное сотрудничество». На встрече участвовали директора ассоциативных школ ЮНЕСКО, Азербайджана и Москвы. В своей приветственной речи ректор БСУ Асиф Гаджиев отметил, что именно благодаря мудрой политике президента Ильхама Алиева сегодняшний Азербайджан – это уникальная толерантная страна, где мультикультурализм является образом жизни народа. Заведующий кафедрой ЮНЕСКО Московского института открытого образования Юрий Горячев подчеркнул, что развитие сотрудничества между Россией и Азербайджаном требует больше русскоязычных кадров, а БСУ занимает видное место в развитии русского языка. То, как поставлено вообще преподавание славянских языков в целом и русского языка в особенности, вызывает большое удовлетворение и очень сильное впечатление. Юрий Горячев родом из Баку. И как бакинец он очень горд, что в Азербайджане в мире и согласии проживает так много различных наций и религий. И очень рад, что его коллеги убедились в этом. Мы бакинцы, мы этим гордимся. Мы слова «мультикультурализм» не знали. Для нас воплощением мультикультурализма было то, что мы бакинцы, там, что мы всегда жили одной семьей. Профессора Славянского университета рассказали о толерантности в современном Азербайджане, а также отметили неоценимый вклад первой леди Мехрибан Алиевой в качестве посла доброй воли ЮНЕСКО. Презентация учеников образовательного комплекса школы-лицея при БСУ произвела огромное впечатление на гостей конференции. Школьники представили созданный ими интернет-браузер Butterfly, которым уже пользуются в 15 странах мира. После конференции гости отметили, что все увиденное показывает высокий уровень развития подрастающего поколения, и в этом неоценимая заслуга Бакинского славянского университета.